Рядовое задержание нарушителя правил дорожного движения превратилось в криминальный боевик. Водитель БМВ проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться и попытался скрыться. В ходе преследования автомобиль нарушителя удалось заблокировать напротив одного из домов по улице Глубинская в Дзержинском районе города. Тогда водитель схватился за оказавшуюся в машине монтировку и нанес несколько ударов старшему лейтенанту полиции. Напарник пострадавшего стража порядка произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем и по ногам нападавшего. Порядок и случаи применения табельного оружия регламентирован законом о полиции. Оружие может применяться как для задержания транспортных средств, угрожающих жизни и здоровью окружающих, так и для отражения нападений на сотрудников полиции. Каждый такой случай тщательно изучается и дается оценка действиям полицейских. В данном конкретном случае можно говорить, что сотрудники полиции действовали грамотно, согласно обстановке. В больницу попали и водители иномарки, и пострадавший сотрудник полиции. Автоинспектор получил серьезные травмы головы, однако его жизнь вне опасности. Расценивается состояние как удовлетворительное. Было проведено все необходимое исследование по стандартам качества и клиническим рекомендациям. Был осмотрен специалистами. В настоящее время, на сегодняшний день, состояние сотрудника удовлетворительное. Он продолжает получать обследование и необходимое лечение. В настоящий момент ведется расследование. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Следственного комитета. Ксения Бедросян, Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области.